Если есть на земле рай, то это Краснодарский край. Под таким девизом в этом году проходила краевая олимпиада по журналистике. Проявить свои творческие способности отправилась и ученица Славянской школы. Связать свою жизнь с изучением истории всегда мечтала Елизавета Стрелкова, ученица 10 класса 17 школы. Но все изменилось после того, как девушка решила принять участие в олимпиаде по журналистике. Меня привлекло то, что это можно просто писать и выражать свои мысли. Это в какой-то степени свобода творчества. Отправляясь на олимпиаду, Елизавета тщательно подготовилась к первому устному этапу под названием «Школьное печатное издание». А вот второе задание было для ученицы неизвестно. Но, по словам девушки, она была приятно удивлена, когда ей пришлось писать сочинение про любимый город Славянск на Кубани. Я написала о том, что это город фонтанов, так как фонтанов у нас очень много. Я сидела на олимпиаде и пыталась их подсчитать, сколько их у нас. И, может быть, я чего-то не знаю, но я насчитала их 8. Я думаю, что для такого небольшого города это довольно много, и поэтому название моей работы носило именно «Город фонтанов». Достойно справившись со всеми заданиями, Елизавета стала призером краевой олимпиады по журналистике. И это далеко не первый успех девушки. За плечами участие в муниципальных и краевых этапах олимпиад по русскому языку, литературе, обществознанию, истории, искусствоведению. Сейчас главная цель Елизаветы – закончить школу на отлично и поступить в высшее учебное заведение. А высокие результаты на олимпиадах, несомненно, ей в этом помогут. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».